In voed straede caem eo aen caerme. Чего тебе, путник? Прощай. В чем дело? Я ищу мальчика, который пропал из деревни Кирпичников. Я молодежи в округе не видел. Кирпичники говорят, что вы похищаете детей и превращаете их в дриад. Ты что, сдурел? Сюда принимают только взрослых, но даже из них немногие могут следовать нашим путем. Так что Иерофант должен искать новых кандидатов. Дети были бы нам только обузой. А что касается дриад, у них и спроси. До встречи. Что? Гвинблейд? Я ищу мальчика из деревни Кирпичников. Они утверждают, что друиды захватили его, чтобы превратить в дриаду. Только девочки могут стать дриадами. Среди нас нет ни мальчиков, ни мужчин. Я знаю, что это чушь, но нужно было убедиться. Я бы тебе с удовольствием показала, откуда берутся дриады, но... Да. Я хочу остаться верной традициям Бракелуна. Когда мы, дриады, принимаем мужчину, это делается только для продолжения рода. И мы не выбираем любого, только сильного и выносливого. Мы должны быть уверены, что девочки, которые родятся от его семени, унаследуют его силу. Я ведьмак. Нас можно обвинять во многих вещах, но только не в отсутствии физической силы и выносливости. Я верю тебе, но давай будем следовать ритуалу. В древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник. Принеси мне волчью шкуру. Ты прошел испытание и показал себя искусным охотником. Осталось еще одно препятствие. Да. Ведьмаки бесплодны, а мы, дриады, не признаем совокупление, если целью не является продолжение рода. Совокупление может быть полезно даже и без продолжения рода. Как так? Объясни. Секс снимает напряжение, позволяет лучше работать телу и разуму. Может быть, ты и прав? Мы, дриады, должны быть бдительны и ловки, чтобы защищать Бракелон, наш дом. А мое тело — создание природы, и оно просит любви. Хочешь быть со мной? Да, будь моим мужчиной на этот день. Пойдем. Владыки, вот уже близко. Мы
Мы можем поговорить. Калькштейн из Вызимы, алхимик, говорит, что вы знаете что-то о башне мага и страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти, а она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Неважно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер, и башня его обрушилась. Прекрасная история, но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? Жилище мага охраняли големы, глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них охраняет башню? Да. Самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро «Башня» показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Аманум Гуал-Эад. Владыки, вот уже близко. Друиды точно не забирали твоего мальчика, но я пока не знаю, что именно случилось. Если я его найду, непременно доставлю сюда. Враги окружают нас. Мальчик исчез. Пусть это будет предупреждением для всех. Мы должны готовиться. К чему готовиться? Владыки, вот уже близко. По поводу башни. Да? Я говорил с Ваской на болоте. Она помогла мне найти карту Таро «Башня». Там говорится, как разбудить стража. Давай посмотрим на эту карту. Интересно. Аллегория. Но ее достаточно просто расшифровать. Все подсказки очевидны. Понимаешь, ведьмак, многое зависит от интерпретации, но мне кажется, я понял, в чем дело. Алхимику всегда проще понять другого алхимика. Просвети меня. Стража можно разбудить только при определенных условиях. Во-первых, его надо разбудить рядом с башней. Это условие выполнено. Во-вторых, чтобы разбудить голема, тебе понадобится громоотвод. Громоотвод? Здесь нарисован человек в короне. Это может быть отсылка к королю Герману Безумному.
Никогда не слышал о Германе Безумном. Во время грозы Герман взбирался на башню и оскорблял богов, обзывая их ублюдками. Враги убили его, попросту сняв с башни громоотвод. Поучительная история. Но при чем тут громоотвод? Тебе понадобится приспособление, которое притягивает молнию. Проще говоря, прочный металлический прут. Хороший кузнец без проблем может выковать такой прут. Что дальше? И, наконец, самое важное. Нам нужна гроза. И тут я теряюсь. Я не знаю, как заставить мать природу сотрудничать со мной. Я что-нибудь придумаю. Когда у тебя будет все необходимое, иди к стражу и прикрепи к нему громоотвод. Энергия молнии вдохнет в голема жизнь. Что дальше? Понятия не имею, но уверен, что ты справишься. Когда расправишься с големом, сможешь приготовить очень редкий эликсир, используя сердце голема. Вот рецепт. Посмотрим. Умри, дерьмоед! Спасибо, Геральт, ты спас мне жизнь. Эти негодяи поймали меня, знали, что я иду по их следу. Кто? Что случилось? Саламандры. Я был всего в шаге от разгадки, в одном только шаге. Успокойся, Реймонд, теперь ты в безопасности. Ничего подобного. Они идут по моему следу день и ночь, нужно перехитрить их. И что же мы будем делать? Я поведу их на ложный след. А ты допросишь двух новых подозреваемых. Кого? Вот, возьми эти заметки. Я там записал всех главных подозреваемых и все следы. А ты что собираешься делать? Они идут за мной по пятам. Мне надо исчезнуть. Я отвлеку их внимание, так что тебе одному пока придется справляться со следствием. Я тебя найду, Белый Волк. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да? Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? 200 аренов. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк Лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой, как и мои информаторы. Уверяю, это необходимые расходы. За 200 оренов я мог получить... Столько стоит профессиональное расследование. Неубедительно. Что? Бывай. Нет, в этом нет смысла. Меня прислал Милздарь Марлоу. В чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Он хочет, чтобы ты отправился к нему домой как можно скорее. Спасибо за информацию.
Что? Расходы как... Я не... Вот тебе 200 оринов. Перейдем к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьемся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Но мне кажется, что... Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно. Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие. Тогда мы узнаем причину смерти. Хм. Ты за мной шпионишь. Это моя работа. Бывай. Что? Что такое? Вам что-то нужно? Могу я купить у тебя что-то? Конечно. Сделаешь для меня громоотвод. Длинный, металлический... Я знаю, что такое громоотвод. Мы ими пользовались в Махакаме, когда вы, люди, еще поклонялись бурям. Да вы и сейчас ничего не знаете о громоотводах. Сделаешь для меня громоотвод? Ты меня хочешь достать или просто любишь языком молоть? Сделаю за 50 аренов. Договорились. Я занят. Приходи позже. Покажи свой... Господь... Что такое? Вам что-то нужно? Я пришел за громоотводом. Он готов. Твой за 50 оренов. 50 оренов, как и договаривались.
Будешь кормить червяков. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Сдохни! Ах ты, сволочь! Я на твой труп насу! Убью тебя, как собаку! Ah!
на твой труп носу. Я тебя выпотрошу, ублюдок. Мне нравится! Живо на тот свет отправишься!